Всем привет, привет, тут солнечная Италия. На проводе Карло причесался, помылся, побрился немножко. Итальян, и сейчас идет адето ке Карло системато до половоры, и ура ва гвардаре фильм ди Мисс Европа. Сейчас пойдет смотреть кино, там где Марина. Вабе, я шучу, девчонки. Красивое место около вокзальчика, цветочки. Ti attacca per questa cosa di Miss Europa che ti vogliono. No, no, mi offendono. Sì. Он говорит, сколько людей тебя обзывают, что ты там какой-то на конкурс ездила. Я говорю, да, я говорю, много, много говорит, я говорю, да. Questa è una cosa che cosa significa? Он говорит, как ты думаешь? Secondo te significa che se ti attaccano perché vuol dire che sono invidiosi del fatto che. Они тебя, ну, типа, на тебя, тебя обзывают, потому что они типа как бы завидуют. Di fatto sei una bella quarantenne. Или. E loro allora vogliono dire di no. Però voglio dire. Говорит, какой, говорит, смысл у них тебя обзывать? Я не знал, сколько. Синон, там тебе... Аспетан, манон кусоло... Почему, говорит, люди такие злые? Ну, кузи. Так, лору сон андате адире, ке нон е веро. Перке я пой, апарте, ора, ке чу кончемо тантане. Перо я ти гуардо, но, меджа ля гене. Нет, я тебя смотрю, говорит, иногда, между людьми. Chiaramente non sei più una ragazza di 20 anni. Конечно, тебе уже не 20 лет. 4 anni. 5. 75, 79 sono 4 anni. Ma come posso essere più grande? Как я могу на тебя 4 года быть старше? Я больше? Нет, я на 6 anni. Va bene, dai, discorso. Vabbè, discorso. Mi guardi, c'è finito, mi guardi dietro, между толпой меня видишь. A volte ci rivedo anche distaccato dal fatto che siamo stati insieme, stiamo insieme, ci vediamo. Però io vedo che sei sempre una bella donna. Я всегда тебя вижу, что ты красивая женщина. Ты мне всегда нравишься. Se vedevo che eri invecchiato, mi piacevi io. Если бы я видела, что ты постарела и мне не нравилось, я бы поменял. Andare a rompere le palle altre ragazze. Говорит, другим же женщина пошел. Invece ancora regge. Говорит, еще несколько лет, пока еще держишь меня. Да? Что, типа, коза что? Говорит, можно что-то еще поделать. Типа? А, говорит, еще можно. Я говорю, что ты имеешь в виду? Говорит, можно еще как бы, ну, встречаться. Понятно. Ну, но она сонно, да, ты анки скриверы от директоры ди квеста конкурса. И сперо, что они гуаданьоту какие солды. Мэри, они же написали, же в дирекцию написали. Это не сонно, там заработали что-то. Они фатто бене. Если кто-то заработал, говорит, то, конечно, хорошо. А если, говорит, ничего не заработали. Они фатто дуе фатике. Перке дуе. Че уна, это те, которые сонно андат ромперси коглёны. Л'альтра, которые респонди, ля сэмба фангуро. Sì, sono andate dal direttore, hanno passato il direttore, hanno pensato che è un'impravda. E lui mi dice, ma chi ti ha scritto che ti sei puttana? Dice, perché loro scrivono che ti sei puttana? Lui mi ha domandato, il direttore, l'organizzatore. Спросил, perché loro ti chiamano puttana? Perché loro mi dicono che sei puttana? Ma voi che siete nell'ambiente dello spettacolo, delle modelle, dovreste sapere meglio di me, no? Говорит, вы должны лучше меня знать, какая есть, как относятся к артистам. Perché tanto poi c'è il luogo comune che è una che è straniera che viene in Italia per forza deve ballare al night. Invece да, он говорит, кто приезжает, должны еще только танцевать. Я говорю, pure io quando ho conosciuto mi dice ballare, pensavo che. Guarda Carlo. Anche bello. Ah, che bello. Comunque, che cocktail qua, grazie. Proprio siete sì. Ferrati al numero uno. Bellissimo. Abbiamo fatto tutti i corsi belli, siamo parati bene. Sì. Ma chi si può? Per il cellulare, di sentire prendersi questo col вкусняшку, una закусочку. Одинаково, что у карлика, что, видишь, как только еды касается, это он сразу этот макароны, фреды о кальды. А, это помидоры. А, на хлеб. Угу. Макарон. Вон и кальды, бруниссимы, мадонна. Классно, очень красиво, вкусно. Так, девчонки, ну что, люди собираются, такой волнительный момент, уже заходит потихонечку. Это уже финальная, ну, уже весь фильм, который смонтирован до конца. Приятно, что, конечно, пошел Карлусик. Я уже представляю его высказывание, но...
Собираются уже ребята. Девочки, на входе стоит. Ну, люди заходят потихоньку. Дани, Дани, салюта Мирагац. Да, Дани. И смотрите, это вот костюм, в котором Макс ходил. Типа стоит вот так экспонат на входе. Лиза, Сара. Сейчас там еще люди заходят. Женщины русские пришли. Говорят, ну мы все поняли, мы в детстве поняли, что это там. Я говорю, как сказали говорить, так я же говорила. Там. Шампанское. Так, девочки, ну что? Сняли стейшн, еле сняли. Капец, сидела прямо так сильно. Красим корни. Делаем стрижечку. По поводу блондина. Там комментарии. Давай быстрее уже блондин. Как это быстрее? Быстро не получится, это во-первых. Во-вторых, чтобы выйти в блондин, надо постепенно. Со временем, конечно, я вернусь в блондин по-любому. Короче, что делаем? Делаем стрижечку. Все как вы, вот все как вы, лоб не надо морщине, да? Все как вы говорили. Останусь одна с косочками, без волос. Ну, жалею ли я? Нет. Потому что я за вот эти вот полгода дивертинка, как это сказать, кайфанула. Вчера была премьера, уже все заключили, ну вообще полностью фильм. Карлу понравилось. Не все там, есть моменты, когда хочется просто выйти, покурить, да, ну как бы все типа как бы. Бессмысловой какой-то эпизод. Нормально. Людей было достаточно. Можно было бы и больше, но достаточно. Хотя я видела, он немножко, или он усталый был. Немножко такой какой-то, или растерянный. Без понятия. О, что мне, какую стрижечку сделают, я не знаю. Мне короткая не очень сильно идет, потому что у меня плечи огромные. И получается, знаете, нос, губы, глаза и все. Не знаю. Может быть, попрошу, чтобы сделали сзади короче, спереди длиннее. Хотя спереди у меня, то не знаю. Сейчас посмотрим. Что сделают, то сделают. Что уже сделают, то уже и сделают. О, как все чешется, капец. Я знаю, что нельзя чесать, но щипит. Боже, какой цвет ужасный, да? У некоторых такие подмышки, между прочим, выцветившиеся уже, знаете. Я видела людей, которые, ну, типа, как бы, сидеют, что не надо брить подмышку, что бреют только одни там мужчины легкого поведения. И на самом деле она смотрится ужасно. Нет, надо. Потом вырастет новая, свежая. Оп, переключаемся. Ну что, девочки, мальчики, мужчины, я сняла стейшн, посмотрите. Я хотела вообще вот так подрезать. Я хотела вот здесь коротко, вот так. А здесь типа вот так. Но это было бы очень коротко. Она, наверное, потом... Ну, я подкрутила волосы. Сначала, ну, они были типа этого. Я их подкрутила, потому что шорти спотел. Так я же положила прокладки. Потому что у нас пасмурная погода. И сейчас они к вечеру, они, естественно, все... разболтаются. Поэтому я специально подкрутила, потому что они все равно сейчас разболтаются. Настроение отличное. Жду Александру со школы. Разбираю эти костюмы свои. Ну что, неплохо. Я уже прям, знаете, соскучилась. Я прям хотела уже снять. Прям уже не хотела, ну там, во-первых, его много оставалось, так тяжело снимали. Он прям хорошо сидел, но волосы отросли и все. Осталось что-то на голове, осталось. Не хочу трогать, потому что сейчас вот эти вот, они распадутся. Все, корни покрасила что-то специально, чтобы вывести в один цвет. Не буду пока, естественно, не то, что не буду, там уже некуда цеплять их. Девчонки, если вы хотите делать, делайте. Вы на меня не смотрите. Это так у меня. У вас будет все совершенно по-другому. У вас все получится. И будут нормальные волосы и все остальное. Это я там руками лазила.
Да, погодка у нас такая, хорошая погода, хорошая. Солнце нет, такая пасмурная, умеренно ветреная, хорошая погода. Я такую погоду люблю. Я бы не сказала, что прям там ужасная, нет, хорошая погода, мне такая нравится. Машинку, полы и по делам. И по делам, девочки, по делам, никуда эти дела не деть. Фильм вчера посмотрели. Я осталась довольная, уставшая. Я, наверное, уже так не хотела домой, как вчера. Уже прям очень, я прям ждала встречи с кроватью. Можете себе представить, насколько я устала за эти дни. Я прям по себе, знаете, смотрю, у меня прям вот глаза уставшие, такой взгляд уставший. Прям, ну я, знаете, ладно, там тебе со стороны говорят, но ты уже сам это замечаешь, потому что иногда там бегаешь, забегался, и ты не замечаешь, что там ты уставший. Окружающие замечают, а ты нет. Нет, я прям заметила, что я уставшая, я прям вчера плюхнула. Что Карло там писали в Инстаграме, интересно послушать, что Карло сказал по поводу фильма. Нормально сказал, что можно лучше, естественно, можно лучше. Кто смотрел в Инстаграме истории, слышали, как он дышит на видео. Там девочка пишет, говорит, Марина, это что Карло дышит. Потом вторая пишет, Марина, как же Карло дышит, его же слышно. Да, такое впечатление, что мы были на порнофильме. Такое у него дыхание тяжелое. Ему, естественно, надо идти в больницу, естественно, ему надо проверяться. Как он говорит, он же говорит, если я вот сделаю прививку, так меня точно схватит, потому что у меня холестерин повышенный. Я говорю, а у тебя там все повышенное, Карли, говорю. Ты что, тебе надо обследоваться. Ты что, пацан молодой, ну куда там? Прям сидит уже, ну девчонки заметили уже. Девчонки заметили, которые смотрели историю. Можете представить, как это в жизни было? То есть человек сидит, он не дышит, он борется за то, что он хочет дышать. Это не назовешь, что он дышал. Это такое, знаете, пародия на дыхание. Он так и сказал, говорит, я и ночью плохо сплю в последнее время, потому что я устаю. Я говорю, нет, ты задыхаешься. Я говорю, о боже, как же хорошо вообще, на голове ничего нет, прям вообще рай. Я говорю, нет, это ты задыхаешься. Я говорю, от того, что ты задыхаешься, ты не высыпаешься. От того, что ты воздух глотаешь. Ты просто себя не контролируешь, когда ты спишь. Тебе же мама говорила, что это ужасно, как ты ночью дышишь. Розочки мои стоят. Так, окошко надо закрыть. Я вчера ходила на вот эту вот премьеру. Я вчера ходила в... своих черных туфлях, вот это вот нормально в них ходится, прекрасно от них отходила, от этих копытах, как там некоторые писали, прекрасно в них отходила, удобные, смотря по какой дороге ты идешь. Я шлепала по городу, там где лежит плитка мелкая вот такая вот вся, естественно, это ты 20 раз подумаешь, что нафиг ты их одел. Но когда ты идешь по хорошей дороге, там типа вот асфальт, нормально оно идется, нормально. Тихонько идешь, не быстро, ну, потому что нога не зафиксирована. Я же ваши комментарии, я считаю комментарии, я же это все помню. Потому что нога не зафиксирована, идешь не быстро, потому что он мне говорит, как это так, ты сегодня так медленно идешь, ты все время быстрее меня бежишь, а сегодня ты идешь так медленно. Я говорю, ну потому что я на каблуках и освещение плохое, что ж я бежать буду. Нормально, и на сцену я поднялась нормально в них, вниз спускалась, Джулия мне руку дала, вернее, я попросила, у них не принято руку давать, ну, по крайней мере, не знаю, как по мне, вот, а со сцены нормально я спустилась, он мне руку дал, Джулию. Нормально, единственное, что я заметила, у них потеет нога, они же не кожаные, потому что там писали, это говорит, вы купили их за 80 евро, говорит, в... модель этот, фирма Ватра. Нет, если вы Ватра, как он правильно считается, если вы нашли такую обувь, покупайте. Ватра хорошая фирма, это во-первых. Мне, чтобы доехать до этого коммерческого центра, надо просить Карлоса. Но у нас, по-моему, вот эта вот Ватра находится около магазина Mondo Convenience, это на выезде из города. Здесь я не видела. Это другая совершенно фирма, и они не стоят 80 евро, потому что, как вы заметили, я брала две пары. Если бы они были по 80, я бы две пары по 80 не взяла. Понимаете? Нет, я брала намного дешевле, и они у меня недорогие. А смотрится дорого, богато, красиво. Мне все понравилось. Так, воду налила. Ладно, девчонки, ну, по сырам быстренько делаю свои дела. Вот здесь все убираю. Разношу, потому что времени не было, тут эти костюмы светлые, да? Не было времени разнести. Да, кофту я сегодня ходила в парикмахерскую, снимала штуки. Поэтому мне надо сейчас все вот это вот
просто-напросто вынести отсюда. Фу. Так, это мой свитер, да, я вчера с собой брала. Ну, вдруг замерзну вечером. Вот у меня гольфик есть, черненький, это, по-моему, Софин гольф. Я его даже не мерила, вот у меня хорошенький такой, знаете, этот закрыл, и все, тепло, не холодно. Под кофту одела, а здесь я девчонки положила вот эти вот прокладки, которые купила. Как я с ними сходила, нормально. Немножко неудобно, потому что сама по себе кофта неудобно на нее цеплять, а так нормально. Клеопатре рубашку, я постирала рубашку, которую она мне одолжила белую, но я ей отдам, она мне не нужна. Некрасиво там видно, подмышка желтая. Некрасиво. Так, ну все. Ну, пасторам же прекрасно, удивительно, как вам. Трогать, конечно, лучше бы не надо, потому что они сейчас сами все распадутся. Ну, хвостик завязывается. Все, будем теперь отращивать. Будем отращивать волосики. Угу.